метеопрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор, строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест». Окупительная ипотека. 5% первоначальный взнос. Только покупая квартиру в новостройке холдинга «Аквилон Инвест», вы можете оформить ипотечный кредит с первоначальным взносом 5%. Подробности по телефону 46 50 54. Мы работаем без выходных. 24 ноября, по данным сайта Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске ночью ожидается 1 градус тепла, днем плюс 2, облачно, небольшой дождь, ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и к вечеру составит 751 миллиметра ртутного столба. По народному календарю 24 ноября Федор студит. На Руси святого называли еще и морозом. Федор студит, землю студит, говорили люди. И, видя неизбежное наступление зимы, добавляли: со студит остужа, что ни день, то хуже. В этот день мудрые люди посоветовали сидеть дома, поближе к печке и горячим щам. А наш спонсор, строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест», советует оформить ипотеку с первоначальным взносом 5% за квартиру. Несмотря на пасмурную погоду, желаю вам солнечного настроения. До свидания!